Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с председателем Чувашской национально-культурной автономии Республики Татарстан, депутатом Государственного совета Татарстана Дмитрием Самаренкиным планы проведения юбилейных мероприятий, посвященных 170-летию великого просветителя Ивана Яковлева и столетию Чувашского государственного драматического театра имени Константина Иванова. Михаил Игнатьев поблагодарил правительство Татарстана за содействие сохранению чувашского языка и культуры на территории республики и за эффективное взаимодействие с Чувашским национальным конгрессом. В этом году, как и никогда, мы приложили очень много сил для того, чтобы сам национальный конгресс выезжал в те регионы, где компактно проживают чуваши. Это очень важно. Это лучшая практика была у Республики Татарстан и всероссийский там Агадуй, Сабантуй проводит. Вернее, сам президент Татарстана выезжает. И от этого общения люди начинают лучше понимать друг друга, а в целом это неотъемлемая часть культуры Российской Федерации, многогранной культуры Российской Федерации. Дмитрий Самаренкин, в свою очередь, поделился ближайшими планами. Мы хотим уже в ближайшие месяцы провести в Казани слет школьников со всего Татарстана, с чувашских школ, где хотим в том числе литературу чувашскую им раздать. К разговору присоединился и министр сельского хозяйства Чувашии. Отметим, Дмитрий Самаренкин является председателем совета директоров АО «Казанский жировой комбинат». С Сергеем Артамоновым они обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства и переработки.